Новости экономики продолжают эфир «Кубань-24». Это расширенный выпуск деловых фактов. В студии Кристина Пьяных. Здравствуйте. Время традиционной рубрики экономического эфира. Еженедельно в программе «Деловые факты» разбираются психологические аспекты бизнес-жизни. Проблемы, с которыми приходится сталкиваться ежедневно. Трудоголизм, эмоциональное выгорание и многое другое. Тема сегодняшнего интервью – интриги в коллективе. Почему они возникают, мужским или, по распространенному мнению, женским командам больше свойственны? Стоит ли противостоять сплетникам? И что делать, если жертвой недобрых интриг стали вы? Об этом поговорим вместе с Ириной Юрковой, доцентом кафедры управления персоналом и организационной психологии КубГУ, кандидатом психологических наук, бизнес-тренером, психотерапевтом. Ирина Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сначала определимся с понятием. Что можно понимать под понятием интрига? Это когда обсуждают твою внешность, твою личную жизнь, или это когда целенаправленно плетут против тебя интриги, распускают сплетни на профессиональном каком-то уровне, о твоей профессиональной деятельности? Наверное, вы два понятия сейчас сказали, интриги и сплетни. Это, наверное, можно использовать как синонимы, да? Но я бы разделила бы, сплетни бы отнесла к категории, когда про тебя говорят плохое про внешность, да, про прическу, там, про личную жизнь. А интриги в организации давайте все-таки рассматривать с позиции профессиональной, да, когда плетется какая-то сеть информации против тебя как профессионала, либо против организации, либо против руководства. Да, вот так. Если, к примеру, против руководства, когда плетутся интриги, это говорят, что нам обязательно понизят зарплату в следующем месяце, или нас ждет какое-то глобальное сокращение. Это можно понимать как интригу? Да. А как вы считаете, все-таки в каком коллективе интриги наиболее вероятны? В творческом или в техническом? Ну, исследования показывают, что в творческом интриге больше. Да, процент вероятности интриг больше, конечно же. А техники меньше подвержены. Я бы на это связывала бы с эмоциональностью. Да? Творческие профессии, они более эмоциональные, люди более чувствительные, и, наверное, там вот больше процент интриг будет. Хотя я бы отметила тот факт, что если хороший слаженный коллектив, хорошая команда, творческая, они заинтересованы в своей деятельности, у них просто не будет времени для того, чтобы плестить интриги. Они будут заинтересованы выполнить общий проект, получить общий результат. И они тогда будут командой. Почему возникают интриги, как вы считаете? Причин тут может быть очень много, да, от патологической зависти, которая присуща некоторым людям, она просто есть у человека, да, это зависть, и тогда он начинает плести. А для кого-то важна карьера, статус, и он считает, что только таким образом, да, подрывая авторитет другого человека, переманивая там клиентов или еще что-то, можно построить свою карьеру, да. В большинстве случаев, как вы считаете, интриги – это стратегия или это какое-то стихийное явление? Вот сегодня скажу плохо, а может быть завтра или еще при каком-то удобном случае? Нет, наверное, все-таки это стратегия. Это стратегия жизни человека. Есть люди, которые выросли на этом, да, в школе, в семье, в институте, как-то привили им, что это допустимо, это нормально, это даже приветствуется, и только так можно. Есть люди, у которых в системе ценностей вообще этого нет, да, это неприемлемо. Он даже не понимает, как можно против другого что-то сказать. И тогда, если человек вырос в интригах, да, если это в семье как-то было, он видел, как мама, папа это делали, то это будет стратегия жизни. В какую бы организацию он ни пришел, он будет так делать. А если эту стратегию по гендерному признаку разделить, мужским или женским коллективам больше свойственны интриги? Ну, опять же, в обществе у нас принят стереотип. Женские коллективы – это гадюшник-змеюшник, да? Вот, и там больше интриг.
Но времена меняются. Меняются, да, гендерные роли меняются. Мужчины начинают себя вести по-другому, женщины начинают вести себя по-другому. Можно попасть в женский коллектив, где будет очень жесткая профессиональная культура, да, и там не будет этих женских интриг. А есть мужчины, которые очень падки на эти интриги. Что делать, если ты становишься жертвой интриг? Тут зависит, наверное, от человека, да. Вот вернемся обратно, да, какой ты? Если у тебя... давайте смоделируем ситуацию. Тебя вызывает руководство и говорит, там, Вася, ты плохо работаешь, вот ты вчера опоздал и так далее и тому подобное, и вообще ты не в правильные места ходишь после работы. Угу. Нужно ли оправдываться? Нужно ли делать что-то другое? Или нужно сразу уходить? Я бы, наверное, сказала, не надо оправдываться, надо выяснить, откуда эта информация, да, и какая четкая причина, почему тебе это высказывает руководство. И было ли на самом деле твое опоздание или нет, да, если ты точно понимаешь, что ты не опаздывал, и вообще, куда ты ходишь после работы, твое личное дело, то какие претензии к тебе, да, конкретно, кто что сказал, вот, и какие ко мне претензии. Если опоздал, ну да, это мой косяк, я опоздал. Как вы считаете, часто ли руководство поощряет интриги? Бывает ли вообще такое? Да, бывает. К сожалению, бывает. Встречала руководителей, которые у себя взращивают эту культуру. Даже целенаправленно. Есть руководители, которые просто попустительски к этому относятся. Да? Ну, есть и есть. Ну и ладно. А есть, которые целенаправленно это делают. По принципу «разделяя властвую». У меня будут вот этот, я их стравлю между собой, каждый будет прибегать, мне докладывать, я буду владеть информацией, я буду управлять и манипулировать всеми. Это эффективная модель управления или все-таки нет? Это эффективная модель управления для этого руководителя. Да? Если говорить в целом об организации, а если организация это все-таки основная цель, прибыль, то это неэффективно, потому что на интриги в организации уходит очень много времени, очень много сил и энергии сотрудников. И когда они в этом, им некогда работать. Значит, интриги, как правило, плетутся в коллективе, в котором сотрудники бездельники. Ну, можно, наверное, и так сказать. Не обязательно, да, это может быть хороший коллектив. Но если вы взяли к себе на работу человека с такой стратегией, он будет это делать, даже если вы его загрузите. Стоит ли говорить с интриганом, если ты знаешь, кто против тебя целенаправленно плетет интриги, стоит ли с ним говорить на чистоту? Я за, вот когда это случилось первый раз, за то, чтобы прояснять эту ситуацию, да, не впадать в обидки, не впадать в рыдания в какие-то, а пойти и поговорить, и посмотреть вообще, что человек хочет, да, от тебя, какие мотивы у него для интриги. И тогда уже дальше выстраивать свою стратегию поведения. Спасибо вам большое. Это был расширенный выпуск «Деловых фактов». Говорили об интригах в коллективе. Всего доброго и до встречи на телеканале «Кубань-24».